Почему было принято решение эвакуировать людей в Тюмени и как прорабатывали нюансы безопасности, рассказал накануне в прямом эфире губернатор Александр Мор. Он ответил на вопросы жителей и отметил, что именно наш регион оказался наиболее готовым к такой помощи. Организация карантина – это ответственная задача. Мы знаем, как ее делать. Ситуация сегодня не представляет угрозы для жителей Тюменской области. Все медики, которые сейчас работают с эвакуированными в градостроителе, имеют большой опыт работы с вирусными инфекциями. Это помощь и их добровольное решение. Я восхищен нашими медиками, которые фактически в условиях санатория должны были за двое суток сделать обсервационный госпиталь. При этом это люди, которые раньше работали в разных учреждениях разного профиля. Ну, это просто фантастика. Ну, ребята, у нас работают звезды. Просто низкий поклон. Полная версия заявления губернатора доступна в соцсетях, на официальных страницах Александра Мора и нашего телеканала.